Первой на прием к депутату пришла семья из Илека. На прошлой неделе у них случился пожар. В тот момент дома был лишь сын-школьник. Вот он выскочил, у нас пожар. И пожарный приехал через 2 минуты где-то буквально. И то, тем не менее, вот так вот все. Там была такая температура, что даже ручки вот металлические оплавились на шкафах. Сейчас там жить невозможно. Пострадавшие пока поселились у родственников. Практически у нас там выгорела кухня, 2 прихожих. Все, что было там в доме, ну, там огонь пошел верховой, и все поплавилось. В общем, вся одежда наша в негодность пришла. Там электропроводку только сказали, все надо полностью менять. Полы в 3 комнатах, там, когда пожарные в дом там пробивались, там окна, в смысле, были, тоже приходилось их повреждать для того, чтобы туда проникнуть. Что делать, Нигматуллина не знает, поэтому и пришли за помощью на прием к Евгению Сусоеву. Ответ депутата был однозначным. В беде не оставит, я сразу говорил. Об этом всегда говорит и губернатор Александрович. В беде никого не оставим, да? Значит, рассмотрят ваш вопрос на сессии районного совета, депутаты, который имеет свои магазины, то же самое. Мы переговорим тоже, встретимся тоже с ними. Я понимаю, сейчас у вас практически имущество все вышло из строя. Ну, кто-то, может быть, холодильником поможет, кто-то там стиральные машины, там, этим вопросом возьмем на контроль.